В Восточной Европе сразу несколько стран оказались под ударом стихии. В Болгарии из-за снегопада 500 тысяч человек остались без электроснабжения. Там, где снег быстро тает, потоками воды размывает дороги, затапливает селения. В Румынии из-за сильных снегопадов и шквалистого ветра закрыты для движения транспорта 15 автомобильных трасс национального значения. Отменены десятки рейсов пассажирских и товарных поездов. Многие населенные пункты на юго-востоке страны остались без электричества.